Новый песчаный пляж, беседки, площадка для баскетбола и мини-футбола и лодочный причал появятся скоро в микрорайоне Пашиной в Красноярске. Причем сделает их не администрация, а частная фирма. Инвестору выделили участок Абаканской протоки для того, чтобы он обустроил там водомоторную станцию. А вместе с этим провел и благоустройство прилегающей территории. За собственные деньги предприниматель обязуется организовать на остановке на острове напротив Белых Роз велосипедные дорожки, поставить детскую площадку, отсыпать пляж и даже почистить дно водоема. При этом ни одно дерево не должно пострадать. Это обойдется инвестору в 25 миллионов рублей и займет довольно много времени. Завершить благоустройство обещают только в следующем году. Здесь доступ всем свободный будет, тропинки, пляж, то есть ограничений никаких не будет в плане того, что как бы, ну, доступа сюда горожан, а пикниковая зона или футбольное поле там будет, ну, взиматься плата.